Потому что тут столько веселья, столько всего, чем можно заняться. Кто-то там жену ищет, мужа, блин. Я тоже сейчас найду, давайте вот сюда сяду. Наверняка он захочет познакомиться с такой красоткой. Как тут сесть-то, блин? Жму, ничего не получается. Блин, ну пойдем тогда в другое место. Черт возьми, вроде игра называется «Парапа. Город танцев», но я пока еще вообще никаких танцев не видел, только лаги, неудобное управление и медведя. Чувак какой-то. Ну, раз мы видели Скайна, то давайте, может, как в «Терминаторе», попросим его отдать свою одежду, ботинки и мотоцикл. Вдруг прокатит. Вдруг эта игра об этом. Итак, что такое? Он себя за яйца начал трогать, по-моему. Или что? Почему никто не реагирует, вообще не отвечает, ничего никто не пишет, никто не хочет общаться, что ли? Я думал, такие игры делают прежде всего для общения между собой. В итоге народ просто тупо стоит, какие-то меню непонятные вылезают. Я бы эту игру не «Парапа. Город танцев» назвал, а «Параша. Город говна», блин. Вообще нет ничего нормального в этой игре. Ладно, давайте мотнем, может, до момента, где я как-нибудь определюсь, что делать. Но прошло несколько минут, и наконец-то со мной хоть кто-то заговорил, пишут, что я инвалид, потому что у меня руки длиннее всего остального. Дураки не понимают, что это выгодно вообще-то. Вот я сейчас как раз отвечаю, по какой причине. На самом деле, какие-то глупые люди тут собрались, не понимают всю прекрасность длинных рук. И кроме того, что такое инвалид? Почему так обидно? Ребят, ну, а каково будет, если бы я действительно инвалидом был, за компьютером сидел, вот так вот выглядел в реальной жизни? Это же комплекс, на всю жизнь мне бы привили неполноценности. Поэтому эта игра очень жестока. И обязательно надо разработчикам набрать нормальных модераторов, админов на эту игру, чтобы они наконец-то запретили обижать пользователей, которые в первый раз зашли. Убрали либо этого медведя ужасного, который меня обидел своим внешним видом. Ну что ж, пойдем поизучаем немного мир. Может найдем, куда зайти, где можно потанцевать. Потому что когда я заходил в эту игру, я совершенно не собирался ни танцевать, ни что-либо еще делать. Но сейчас от того, что мне стало просто нереально скучно, я уже готов на все. Вот какое-то здание, давайте войдем в него. Загрузка пошла. Да, и сразу видно, что что-то изменилось. Ужасная музыка сменилась на какой-то непонятный пердеж утробный. Что такое? Что тут-то надо делать? Какие-то меню очередные непонятные, где ничего не подписано, какие-то очки, позы непонятные. Я же выбрал рака в знаке зодиака, так что у меня есть уже поза. Зачем мне что-то покупать? У меня и денег-то нету. Выгляжу как нищеброд, чувствую себя неполноценным в этой игре. Все обложили уже матом, сказали, что я никудышен. Почему я настолько ниже всех? Почему эта женщина прыгает и скачет? Она что, надо мной издевается? Куда жать, чтобы выйти отсюда? Как? Я больше не хочу играть. Что это за меню бесконечное? Как выйти-то? Черт, блин. Я не могу так больше. Это какой-то кошмар. Куда нажать, чтобы выйти? Из этого здания, например. Ничего не понимаю. Давайте еще немного вперед мотнем. Возможно, у меня все-таки получится разобраться. Да, и спустя 20 минут хождения по меню я наконец-то выбрался на улицу и нашел какую-то веселую макаку на здание. Наверняка, если я зайду в это здание, будет весело и наконец-то начнется супер игра, в которой даже наверняка можно выиграть автомобиль или что-то еще. Иначе я просто не понимаю, зачем разные люди играют в это. Как внутрь-то попасть, не пойму никак, черт. А вот, наконец, что такое-то? Опять какие-то меню непонятные. Сюда нельзя, сюда тоже. А нет, можно, слава богу. Что это? Что это? Фу, что это за музыка? Что происходит? Куда я попал? В ад? Я думал, что я до этого был в аду, но на настоящий ад я попал только сейчас. Кошмар какой-то. Я чувствую себя неуютно в этом месте. Я думаю, что примерно так же себя чувствовал Элтон Джон, если бы попал на зону. Что вообще происходит? Какого черта? Какие-то люди танцуют отвратительные танцы, а мне почему нельзя танцевать? Где кнопка-то? Наконец хоть во что-то поиграть, а то, блин, бегаю как дурак. Смотрите, какой брейк они зажигают, вообще супер. Это не то, что танцевать в реальной жизни, сходить в клуб и потанцевать. Это намного интереснее сесть за компом и жать кнопочки по очереди. Это действительно серьезное занятие, которое повышает ваш интеллектуальный уровень и разные навыки. Здесь действительно можно найти свою любовь и хорошенько потанцевать. Наконец-то я нашел какую-то фигню. И началась танцевальная битва. Ну что, всех порву сейчас. Что такое? Что надо жать-то, я не пойму. Мимо.
Почему мимо-то? Я не понимаю, а где вообще момент, в который я должен нажимать эти кнопки? Я вроде нажимаю правильно. Опять мимо, и все гудят. У меня 0 очков, блин, я уже значительно отстаю. Ну вниз, я жал вниз несколько раз. Что? Ну вниз, я нажал. Вниз кнопка стала зеленой, и опять пишет мимо. В чем дело, не пойму. Какого черта, когда этот танец закончится, я уже устал. Я все равно не понимаю, когда мне жать. Почему все это нельзя было сделать как-нибудь логичнее? Я вообще не понимаю, что мне надо делать. Вы видите экран так же, как и я. У вас есть какие-то идеи на этот счет? Почему каждый раз, когда я промазываю, мимо появляется, и какие-то люди на заднем плане гудят? Это все равно, что собрать кучу народу, и чтобы они показывали на меня пальцем и говорили: «Он лох, ничего не умеет». Это унижает мое собственное достоинство. Поэтому, если хотите, чтобы вас унизили, скачивайте по рапу и играйте. А я уже не могу, я и так уже раздавлен и подавлен. Наконец-то вроде все это закончилось вместе с этой жуткой песней. Да, окей, танец закончен. Я последнее место, 0 очков, но мне уже все равно, потому что я выхожу и ухожу в нормальный мир, где меня любят и ценят. Я больше не могу это играть. Если вы хотите, чтобы вас унижали, если вы мазохист, качайте по рапу. Нормальным людям не стоит.